а в конце ой. Лев, та-да-дам, ой. Какой? Ой, лев вот какой. Т. Лев та. Фак, лев то. Какой то? А в конце ой. Лев то. Л. С. Всем привет, я Жека. Ответив на 5 вопросов, народ получает 1000 рублей. Писатели, поэты, вот такая у нас сегодня литературная тема. Я буду стараться подсказывать, если ты не гений и не закончила школу золотой, или ты еще учишься? Нет, я уже закончила школу. Все очень легко. Кто написал «Мастера Маргариту»? Читал? Нет. Как думаешь, кто? Сейчас. Не тут. Кто? Не Тургенев, слышал. Тургенев. Нет, давай подумаем еще маленько. Это не Тургенев. Это «Мастер Маргарита». «Мастера Маргарита», да. Ну, это женщина, наверное, написала, мне так кажется. Очень красивая женщина. Достоевский. Нет. Ну, значит, не знаю, Пушкин или кто-нибудь еще. Так, Онегин, подсказка. Михаил. Ничего. Михаил. В. Блок. Михаил Блок. Нет. Сейчас Михаил Бул. Михаил Бул. Г. Булг. Блин. Заканчивается на Ков. Михаил Бков. Сейчас, секундочку. Аппетитная фамилия. Как будто бы кусочек сладкой, мягкой плетеночки с маком. А плетеночка с маком — это что? Это хлеб. Но он светлый хлеб. То есть это булочка. Михаил. Булочка? Нет. Оф на конце. Булга. Булгаков. Еще раз. Булгаков, нет? Булгаков. Булгаков, да. Классные подсказки. Шикарные. Давай какой-нибудь звук будем издавать, когда мы победили. Типа, правильный ответ. Звук какой? Так вот, да? Все, супер. Кто написал «Войну и мир»? Это сейчас надо вспомнить. Короче, я знаю, я не помню. С бородой, волосатый. Онегин или кто-то? Ну, я не помню кто. Это не Онегин. «Войну и мир» написал у нас... У меня с литературой вообще проблемы, на самом деле. А сколько тебе лет? 22 года. Я же знаю. 4 тома. Да, да, да. Мне больше всего нравится Андрюша Болконский. Николай Ростов, так себе, лох. Наташа Ростова, прошмандовка. Пьер Безухов, просто кусок толстой сарделины. А написал все это дело очень сильный дядька. Это Лев. А кто у нас Лев-то из писателей мировых? Мировой человек он, Лев. А в конце ой. Лев? Та-да-дам, ой. Какой? Ой, лев вот какой. Т. Лев та. Фак, лев то. Какой то? А в конце ой. Лев то. Л. С. У него борода больше. Толстой? Да. На Т. Лев Толстой. Лев Толстой. Видишь, как здорово. Толстой. Толстой, елки-палки. Растерялась. Растерялась. Как зовут тебя? Ирина. Ирочка. Растерялась просто. Так, поехали. Тарас Бульба. Он же написал «Вий». Он же написал «Мертвые души». Ты знаешь? Не подсказывай. Я не знаю. Помню, но... «Мертвые души». Нет, это я не знаю. Не знаю. Такой он с усиками, такая прическа такая, как у женщины у него. Я не помню. На хуторе близ Диканьки. Гоголь? Не знаю. Подсказка друга. Гоголь. Пьеса «Чайка». Кто? Не знаю, вообще не знаю такой пьесы. В очках мужичочек, тоже такая бороденка. Антон Тоша. Антон Палыч. Кто у нас Палыч и Антошка? Антоха! Чехов.
Ты жива еще, моя старушка? Жив и я, привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Я помню, когда поступал в академию театральную, я читал это стихотворение. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне. Кто это написал? Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. А кто это написал? Пушкин? Это не Пушкин. Начало 20 века, это его эпоха. Пишут мне, что ты, тая тревогу, за... письмо к матери. Белокурый такой, гуляка, бухнуть, затусить. Уехать в Америку, ну, заняться сексом, но... с иностранками. Раз, два, три, четыре, пять. Это Есенин. А, блин, Есенин, тоже, да. Есенин. А если неправильно? Ты щеночка красавица, сегодня никому не досталась. Ляшечка, не ляшечка, а попочка горит, потому что лавешечка ты сегодня килограммчик. Поэтому на мой канал подписывайтесь. Ой, зачем, блядь, можете не подписываться, но прикол в том, что у меня есть Инстаграм. В Инстаграме я делаю прямую трансляцию, где также разыгрываю бабки. Вот Инстаграм, там, и если охота, то залетайте туда. Все, come on, everybody.